5 августа – последний день приемки учреждений образования по подготовке к новому учебному сезону 2022-2023. Многочисленная делегация с представителей различных ведомств и структур тщательно обследует каждый объект и выносит общий вердикт. В 11-й школе в эту ночь трудились до рассвета, чтобы закончить все штрихи. Для директора Евгения Вороновича, как для рачительной хозяйки, важна каждая мелочь, ведь из мелочей складывается общая картина. За летние месяцы 11-я школа преобразилась, до сих пор слышится запах краски. Блестят покрашенные полы, отремонтированные кабинеты уже в ожидании учащихся. Отдельная гордость и за студия, кабинет педагогов-организаторов и полностью обновленный обеденный зал. Все выдержано в одном стиле, тем не менее, каждое помещение со своей харизмой и аурой. Косметические преобразования – это дело общих рук директора, педагогов, техработников, родителей. Такая консолидация характерна для всех учреждений образования Мозырщины. Приемка – это финал многодневного кропотливого труда. Я сегодня признательна каждому руководителю. Каждого благодарю педагога и технический персонал за ту работу, которую они проделали. Да, в течение летнего периода, вы знаете, когда посещала учреждение образования, вот Владимир Андреевич Ткач, мой заместитель, управляющий, мы практически проехали накануне, значит, и в июле, и в июне ездили по учреждениям образования, смотрели, какая проводится работа. Вы знаете, я просто теперь понимаю, что наши педагоги, наш технический персонал могут все, абсолютно. Все наши учреждения образования готовы к началу нового учебного года. Я благодарю всех родителей, благодарю спонсоров, благодарю всех, кто безвозмездно сегодня вот работает вместе с нами, с нашими педагогами. Глобальные работы, косметические ремонты, обновление оборудования, инвентаря техники. У каждого учреждения образования были свои планы, и приемка показала, их сумели реализовать. В целом, прошлый учебный сезон был для мозырского образования весьма успешным. 7 выпускников получили 100-бальные сертификаты по централизованному тестированию. Я уверена, что все победы будут у нас. Я хочу еще сказать слова благодарности всем нашим педагогам. У нас сегодня 7 100-бальных результатов. И вы знаете, я благодарю каждого педагога, руководителя, родителей, детей за тот труд, который они вложили. Поэтому я желаю всем здоровья, мира, добра, благополучия. И, конечно же, хочу накануне нового учебного года, хотя еще много работы, поздравить всех с началом нового учебного года. После приемки учреждения образования могут немного передохнуть. Впереди август, детям остается время набраться сил, а родителям собрать ребенка в школу. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».